Что у тебя есть? Итак, дорогие подписчики. Что у тебя есть? Официально заявляю, я бросил пить энергетик Торнадо. Осуждаю его. Говно. И чипсы Лейс с ребрышками на гриле. Ну, интеграцию я бы сделал. Нет, это дерьмо, не ешьте это. Ну, интеграцию я бы сделал. А мы начали? Да. Это канал Жизель Мари. С вами я, Лесседи, и... Представься, Эрик. А чё это? Я тебя всегда представлял, а ты чё, не можешь меня представить? Я фига придумываю ему каждый раз что-то помпезное, а он такой, представь, ты человек справа. Я говорил про эту заготовочку, он забыл, видно. Ну ладно, это Эрик Кайт. Про какую заготовочку ты не говорил? Ну, давай. Я забыл. Да. Встаешь? Да. My name la Uwewewe Onyetwewewe Uwewewe Osas. Да. И что у нас сегодня? Kryptonite наконец-то выпустил альбом свой. Ну как, он выпустил его тогда еще, но... Ну да, ну короче... А мы не хотели слушать... Вот там написано было, что ты его слил, а мы не хотели, чтобы слили, как бы, да? Да, мы... да, да. Да, вот, поэтому мы не слушали, мы ждали официального релиза, как бы. Да, ну как бы он так... официально тогда релизнул, но это не считалось, ему пришлось релизнуть. Но понимаете? Он релизнул его на Apple Music, по-моему, типа... На да. Вот этих всех платных ваших любимых платформах. iOS. Вот. Сейчас для простых смертных тоже вышел альбом. Уже все хвалят. Уже. Все хвалят. Вот. Я не знаю, я хочу просто послушать. Хочу офигеть. Если честно, очень хочется что-нибудь добавить в плейлист. Нового, классного. Очень давно ничего нового не добавлял я. А я не хочу обзываться. Ты просто, ну, не надо сразу предвзято относиться с хейтом, и все. Я не... Я когда-нибудь так делал? Да не... Ты уважаешь всех артистов. Да. Лесседи мне очень нравится. Да-да-да. Обожаю его. Но Эрика я тоже нормальный. Эрика, ты не вообще, я согласен. Че, приступаем? Да, погнали. А. Федучини. Да, вот такая вот обложка вот здесь где-то будет. Вот так. Вот сделай вот так вот, вот рядом с микрофоном руки подними, как будто мы ее держим. Двумя руками. Ну да, да. Пойдет. Все. На заставку даже можно. Чуть не упало. Вот. Скриптонит, фит фидук, рамок нет. Чуть-чуть козвут кому-то можно. Бог, сколько мне лет? Мне кажется, все еще ребенок, рамок нет. Я не хочу стать одинаковым. Рамок нет. Мы только начали, раскатаем мачели. Скрутим на толпу, через табачили. Каждый день еще заманчивый, твой день трафарит. Каждый день еще заманчивый, я знаю, рамок нет. Это ж промонет. А еще в стралах свет. Нахуй мед, нахуй кокаин и кет. Мне так нужен был совет. Теперь нет, каждый день эксперимент. Но каждый день эксперимент. То, что я не кокаин и комплимент. Смотришь на кандинги. Что-то очень долгий разгон какой-то. Там это шум. Уже идет этот куплет, если что. Это не разгон никакой. Он уже вывалился. Да, заранее скажу, чтобы ничего не ожидайте от нас. Типа, ну, мне нравится скриптонит, но не ожидайте ни от меня. От Лады тем более ничего не ожидайте. От меня тоже не надо ничего ожидать. Вот, просто мы сидим, слушаем. Если что-то зайдет, искренне будем радоваться. Вот так. Вот если нет, ну, как бы мы не... А что ты звук-то не издал? Ну, а что... Это я издал очень громкий просто. Я понял. Ультра, да. Собаки только сейчас сбежались.
знаю, как я. Я в основном нет, так что я индифферент. Детка, нахуй, ребят, let's hate, продолжай. По их меркам я терял, но мне ничего не жаль. Поднажать с проблемой, пусть полетят в ковет. Все, кто желали нам бед, я знаю, рамок нет. Ох, сколько мне лет. Как будто вы где-то чапишь. Мне кажется, все еще ребенок, рамок нет. Я не хочу стать одинаковым, одинаковым. Рамок нет, рамок нет. Мы только начали, раскатаем мачели. Скрутим на толпу, через тбачили. Каждый день еще заманчивый, твой день трафарит. Каждый день еще заманчивый, я знаю, рамок нет. Я закрыл глаза и прыгнул в пустоту. Страха вовсе нет, его придумал трус. Нет никакого труса, все пиздят. Только кто-то по мелочи, кто-то по-крупному. В этом смысл, почему я жив до сих пор. Вечная борьба или вся жизнь о чем? Чувство на показ, это как быть за стеклом. Федук неплохо залетел, неплохо. Федук жесткий. Реакция на канале. И зачем пиздечь? Да. Поддержать разговор. Молча посидеть я назову волшебство. Рамок нет и правил тоже нет до сих пор. Говорить о том, чего не делал, и мечтать разные вещи. Я мешал разные вещи. Медленно. Лещи. Люди рукоплещет. Внутри меня пиздец. И те, кто приносил удачу, предавали в тот же ох, день. Ох, сколько мне лет. Мне кажется, все еще ребенок. Рамок нет. Я не хочу стать одинаковым. Интересно, откуда это вот этот вот вставка? А, я тоже не знаю. Не. Комменты, комменты. Происходит. Я тоже вообще в ахуе сижу. Ну ты видишь, попытались создать некую музыкальную историю. Может, дальше поймем прикол. Может, дальше будет понятно. Ну, дальше Скриптонит 16 идет. Получается так. Сразу запускаем? Погнали, да. Здесь, в принципе, что говорить? Мелодия прикольная. Эксперименты. Как он сказал, каждый день эксперимент, вот эксперимент. Да? Трек-эксперимент. Нормально. Прикольно. 16. Нормально. А, вот видишь продолжение? Шум. А это точно, этот шум у тебя есть? Какой? Такой. Нет. У меня шум. Не знаю. Мне мало
16. Сейчас прошел. Я совсем перестал ломать. Ведь совсем не знал, что прекрасно. С наушниками что-то будешь. Мне нужно сознаться. Так давно я совсем перестал ломать. Ведь совсем не знал, что прекрасно. Прекрасное время. Прекрасное время. Попробуй тесты не стрельнуло через 10 лет. В наше время через 2 года. Пришло непонимание, пришла мода. Но тогда это никак нельзя было назвать работой. Мы стелили на 3-2 аккорда. Пивом палаша горло. Чувствовали себя так гордо. Чувствовали себя так гордо. Мне было 16. Тогда дома я совсем перестал ломаться. Совсем не знал, что прекрасно. Прекрасное время. Ну так я понял, это, короче, не на флекс альбомчик. Ну дальше еще непонятно. Животворящий флоу. Это фристайл, походу. В моих руках бумажки, в моих руках целый мир. Биток очень знакомый какой-то, что-то знакомый. Похоже на трап. А чей голос? Много-много. 100 пакетов. Скриптонит? Нет, по-моему, нет. Это либо 104-й, либо LJ, я не знаю. Либо 104-й, либо LJ, я не знаю, очень похоже. Раз фидук там, я не удивлюсь, если LJ-ка там. Но он на фит не залетел, он просто рядом стоял. Ну, такое чувство. Может, я посмотрю, как он творится, ребята? А пролистни вниз, может, там есть что-то. А, тут еще один фит с сестрами. Ну, окей. Жить, так. Как я живу. Угу. Погнали. Что-то из хлорайда. Наши салат, пиво, скрученный косяк. Моя жизнь мармелад, потому что рядом брат. Не один, еще один, еще целая орда. Сквозь года и города, пацан семейный навсегда. Воздух любит позитив, дело любит работяг. Чувство тоже хорошо, но это люди не едят. В этом блюде нет деньжат, в этом клубе нет любви. Я где-то посередине, моя жизнь мармелад. Да, Павла подарил мне кислород. Женишь твоего района, погиб только лишь аборт. В этом месте один сон, я собрал весь этот флот. И сорвал с нами джекпот. Мы как бренд, мы как тренд. Будь Пума и Том Форд. Поебались в мире мод. Улыбаюсь, меня прет. Вместе, где видно, как звезды заполняют небосвод. 1990 на обороте. Я везде, как у себя на родине. Твои друзья хотят жить, как я живу. Все мне кричат, покажи, как я волну. Вот прикольно звучит. Не перестанешь статуэтки, не волнуют меня. Я здесь тупо тренируюсь. Хочешь бабок? Нет. Хочешь размер моих тапок? Шкет. Да лапа, медь. Чё там после решишь героин? Чё шалава твоя хочет от меня? Придёшь с тобой без блудин. Ты слушал песню? А ты думал, я тут круглые сутки трахнусь, да? Были бы скорость, там их тренд запад, да? Чё говоришь, овца? Ты бы отсосала бы, да? Думаешь, вот она моя слава, да? Думаешь, потное трясти салом, да? Не путай нас! Я знал много чего, но мой приход только доход. Лайжа так сильно прёт, что прямо сейчас можно в расход. Знаешь, у меня была девка, думала, будет пятая, типа трамплин. Ну знаешь, как эти пышки мешали тусину, кричали пролин. 2012, бать, у всех 2012, бать. Какие же фейковые? Ты фанат, а не сын, ведь я не знал твою мать. Кулисы закрыты кулисами, но я знаю все за ними. Ты встал в очередь за местом роли, на эти козяки все заняли. Друзья хотят жить, как я живу, все мне
так полежи, как за полу. Да не перестанешь татуировки твоего дня. Я здесь только тренируюсь мне. Твои друзья хотят же, как каждый. Все в мире так полежи, как за полу. Пока этот лучший трек, мне больше всего пока понравилось. Да. Мне вот этот инструментал нравится. Да, 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 здесь инструментал пиздат. Только если бы вот это убрали, вот это... Не-не-не, наоборот, я бы хотел, чтобы он пропел это, а не зачитал. Нет, я про голос на заднем, вот этот, то, что такой запиченный. А, ну и что? Ну, мне не нравится, как в старых... Какой-то прикол. Так нет, мне не нравится такое. Это как в старых... Мне старые биты нравятся, ну, под старину такие, но вот этот голос меня, он бесил всегда. У этого, у Флорайда были такие биты. Помнишь Флорайду? Не. Ой, блядь, пошел нахуй. Так, если честно, мне пока не нравится ничего. Вы чё, охуел? Мне не нравится. Мне вот инструментал последний понравился. Вот. Да, да, ну типа по инструменталу. Пока что, ну, пишите, что хотите. Но мне пока не заходит. Мне реально пока не заходит. Может, я устал, не знаю. Может, я тупой просто, я не понимаю. Ну так и есть. Ну да, скорее всего, так и есть. У нас на двоих с Эриком двухзначный IP. IQ. IP. IP, да? IP. Да, ID еще скажи, да? Не, IP. Но мне что нравится, это вот эта общая нить, знаешь, которая соединяет трек с треком. Ну да, да, да. Я обожаю это в альбомах, я очень люблю это в альбомах. Мой любимый альбом это Minutes to Midnight, Linkin Park. Вот там очень хорошо связано это. Ну, все. Знаешь, очень сложно сделать, чтобы какие-то треки прям на постоянке слушали из этого. A Thousand Suns, вот. Вот этот альбом он сделал, такой лейтмотив, у них там типа этот конец света, ядерная бомба и так далее. И там вставки вот разные. Очень почему? Нет, сложно сделать. Да не, можно что угодно это, нахуй сделать. Это не, ну камон, типа, это надо правильно просто сделать, и все. А так фига волосы. Объяснил? Надо правильно как сделать. Отрезал. А переход. Да я зачем буду говорить это? Не буду я говорить. Говори. В этом же альбоме есть переход или в этом, или в minute to midnight. Есть переход с Shadow of the Days на What I've Done. И What I've Done — это хитяра просто. Ну, жесткая. Понимаешь? Хотя там вот этот интро, он идет с другой песни вообще. Концовки другой песни. В альбоме они соединены. Так что, да. Так что это. Слушаем. Скриптонит великолепно скит. Да, погнали. На кухне. В Роборосах прикольные были вот такие вставки. У тебя камера подлагивала. Сейчас в порядке все. Еще что-то оно это с ума сходит. Все, не качаюсь, получается, больше. Да. Ну так буду. Мега какой-то бит, я такой. Все.
Да, 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 включай. Я отрезать не буду даже. Так. Ой, да, извините. Да. Извините. Чуть-чуть свернул, глаза свет. Ой, как вот этих голосов до хера, и вообще ничего не уловишь. Я что так... там, брат? Я, короче... А? Я когда грибы пробовал, вот такая же ситуация была, когда мы в электричке обратно ехали. Миллион голосов, и они все вокруг тебя крутятся, а ты не понимаешь, что они говорят. Вот, и такая же. Что ты пробовал? А, да, это треки грибы. Вот это. Блин, я знал, что у них всегда какие-то, ну, такие треки действуют на людей, на мозг. Гопы так не любят. Вшиваются сатанинские... Да, да. Мотив. Сатанинский мотив, реально. Это посвящение подписчику. Ну тут, я думаю, ничего не будет. Самое прикольное, что я сижу на кухне, они на кухне разговаривают, и здесь никого нет, и я чувствую себя шизофреником. Я такой... Что, пацаны, вы где? Вы где, пацаны? Да, класс. Что там дальше? Скриптонит оттенки. Актовый зал. Школа. Музыку в пиджак, ты бенз. Ты любишь в обнимку, но мы не хуя не френдс. Хэккели, гэзиги, обнимашки. Засос, одели завтраки. Не за бумажки, за волосы. Обключаю дурочку, я люблю перемены. Я закинул удочку, ты уже на крючке. Мы где-то виделись, очень приятно. Ади, твое имя я забыл. И здесь и часто, просто завтра. Они любят выделиться, я люблю быть снизу. А вечно в топе, потому что я стрелю жизнь. Скручиваю в ризу, больше не вытаскиваю визу. Кису кладили, любили, а она в ответ мурчала. Кису не кормили, а она поймала крышу. Потеряла крышу, не осталось налой. Вокруг народа погода, ты была непрофессионалом. Все оттенки на вкус и цвет. Смысл лежит сверху, нужно лишь выставить свет. Не уйдешь в твои лапки. Пока не возьму конфеты, для нас истории сладкие, для них иногда нет, нет. Все оттенки на вкус и цвет, смысл лежит сверху, нужно лишь выставить свет. Я не уйду из твоей лапки, пока не возьму конфеты, для нас истории сладкие, для них иногда нет. Я всегда прихожу на вечеринку последним. Девки в углах шушукаются, собирают сплетни. Они кричат, о боже, будто я их проповедник. Если ж ты удовольствие, а я только последний. Два пальца средних. Всем, кто говорит, что ты шлюха, каждый гений. Скука без развлечений, сладкий, как печенье. Поцелую шею с переходом на ухо. Это влечение, природа, наука, готовка. Посуда очень мокрая, на тебе лишь передний. Нам выпилить речь, что ли? Ты берешь октаву выше, детка, можешь петь в хоре. Делать лучше, чем смотреть, порево. Детка, темная, мы с ней орел. Твой парень не вывозит, так скорее уволь его. Ты хочешь пляса, у него лишь соевое. Ты хочешь пляса, как играть на саксофоне, фэй. Скрипи, все удваивай. Все оттенки на вкус и цвет. Смысл лежит сверху, нужно лишь выставить свет. Я не уйду из твоей лапки, пока не возьму конфет. Для нас истории сладкие, для них иногда нет. Все оттенки на вкус и цвет. Смысл лежит сверху, нужно лишь выставить свет. Я не уйду из твоей лапки, пока не возьму конфет. Для нас истории сладкие, для них иногда нет. Короче, почему у меня проблемы с освоением... Ой, что это с камерой было? С камерой проблемы, почему? Я в другом измерении.
Я опережаю свое время, чувак. Я всегда об этом говорил. Мое мышление опережает время. Почему у меня проблемы с прослушиванием Скриптонита в последние альбомы? Потому что... потому что я очень сильно кайфанул, когда я слушал Уробороса, оба Уробороса. Это, ну, я сидел, я вот, ну, просто вот такой вот. Что происходит? Ну, я в шоке был. Что я говорил? Да. Склейка. Барбаросса. План Барбаросса. Не Барбаросса, а Уроборос. В общем, они очень музыкальные и очень разнообразные были. И, ну, по ходу музыки ты слушаешь музыку и текст тоже одновременно. А тут приходится только текст слушать. Понимаешь? Тут очень много именно читки. Бит, ну, есть, конечно, он... Я думал, ты имеешь в виду то, что надо вникать, очень много отнимает его именно голос. Да. Надо очень сложно усвоить эту, его вокал разобрать. Даже не разобрать вокал, просто, ну, слова нужно слушать. Ну да, можно, да, да, ты прям слова. Ты вот так сидишь и пытаешься слова, каждое слово понять, да. Да, потому что, ну, сама по себе, тут именно смысловая нагрузка идет. Но... А я, когда она Скриптонит не... выпускает альбом, я вспоминаю Уроборосы вот эти, которые я в шоке был, просто когда слушал некоторые треки, я такой, да блин, ну где вот эти вставки музыкальные, где инструментал, где там какие-то, ну... Я сижу, жду, и мне скучно становится, потому что у меня завышенные слишком, ну... Точнее, у меня другие ожидания, не то чтобы завышенные, он-то делает как хочет. У меня просто другие ожидания. А сейчас вот текст, я типа начал в текст слушаться, и да, прикольно. Да, вот так вот дела обстоят со Скриптонитом. Непросто, непросто. Скриптонит, колеса 2. А ты первый слышал? Да, все любят колеса, любят на них кататься. У кого-то много денег, у кого-то 20, по-моему. А я знаю 20? Все. Не знаю. 20 тенге? Денег. Денег. Ну ладно. Какие-то такие вставки жду. Знаешь, ну, все равно такой альбом больше не на мелодичность, а на какие-то обороты такие прикольненькие. Ну, но опять же, оборотов нету, таких очень много. Ну, да, вот их немного. Оборот. Вот, ну, сейчас вот хороший оборот был. Да, да, ну, типа, вот где-то он голосом прикольно сделает, где-то музычка сама по себе прикольно сделана. Вот, ничего не запоминается, понимаешь? Да, 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 есть. Вот, нету таких вставок, как вот. Ну, например, в треке «Положение». «Положение».
Ну, там нету таких, ну, там прям запоминающееся все. Или Мистер 718. Ну, или Животные, типа, трек. Там именно вот запоминающийся припев, там какие-то обороты, как ты выразился. А тут вот только вот сейчас я услышал. Та-т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 а. Вот это прикольно было. Вот я такого хочу. Немедленно шлейхи хотят кляс, чтобы никаких слез с этим вечером. Все это цепь на один цепной пес. Столько дряни, что не удивиться на пес. Зайди в перекрест закрытыми глазами, найдешь мина палочные. Возьмешь пускай порядочные. Крыша вольда паночная. Дорога для тебя не ждали, лишь помощь, бэйб. Окей, раз мои деньги, два твои тёлки. Окей, раз сообщение, вопрос из колки. Когда слушаешь куплет, хочется вот, ну, ожидать вот эту. Колеса 2 нормально прям. Нормально прям? Без яркого припева делать трек, это нормально. Ну, типа... Ну да, я тоже так, типа, делал, и я вообще без припева. Можно вообще без припева, да, делать. Да. Это, ну... Но вот когда ты слушаешь, хочется, знаешь, типа, в конце какой-то читки, какой-то вот, ну, вот оборот, как ты выразил. Мне понравилось. Ёбаный в рот. Да, вот этот вот, этот... Вот это вот. Оборот, который ты такой, ну, который, знаешь, как вот как по маслу вот так вот тебя да, скользишь да. И пойдешь на новую, типа, какую-то волну. Вот. Хочется вот ждать, типа, вот чего-то такого, типа, чтобы, оу, типа, вот чтобы вот так отреагировать. А в его читке в последнее время там на смысл. Слова. Очень много слов. Опять же, это неплохо. Вот. Balmain. Это что? Это кто? Не знаю. Balmain. Фиг знает. Сейчас узнаем. Как простенький бит звучит сначала. Бабки, значит, похуй, но бабки
знаешь, ты те бабки, что на кроху. Ты жизнь такой черный, возьми джин к соку. Хули, заделай сына, чё включать не до того. Ты ебёшь, не спасай бачи, ну да, значит много. Ты бросаешь, жизнь не бачит мячик палкой полку. Видишь флайер, за него тебе придется продать жопу. И вот уша твоя любовь к хип-хопу. И на тебе ебаный БМА, Жагуита, Версачи, Суприм, но в них нельзя курить. Да, это праздничный день, но праздник лишь мишура. Не жди кусок, если хотел только вишню старта. На-на-на-на-на, да, нахуй слова. Я дерьмо, вам без богу давно на сорта. Но так, да, ты ремедил, рожат и мэндэм, чтобы улыбка не сходила с лица. Это намного выше вот этого всего. Но мне это больше прям понравилось. Прикольно, прикольно. Да, прикольно звучит. И слова не надо, блядь, разъебываться, чтобы услышать все, тут все понятно. Ну, почти да, на припеве чутка, но чуть напрячься еще, надо было. Да-да-да, и перед припевом та-та, вот это вот делает. Ну, это доебы все, на самом деле. Это, на самом деле... Ну, классный вот трек. Вот да, трек прикольный. Я что-то тёлку с Баду вспомнил. Это? Да. Это ещё не всё. Твои жопы нужен только ремей. Жопу в огне, жопа ищи. Чё? Твоей жопе нужно только что? Да подожди, да включи. Да я... включи уже, подожди. Заново. Твои жопы нужен только ремей. Жопу в огне, жопа ищет приключения. Просто жопа, кошелек, карманы. Жопе нужен грех. Если я дерьмо, я всплыву на верх. Твои жопы нужен только ремей. Жопу в огне, жопа ищет приключения. Просто жопа, кошелек, карманы. Я жопу на... Не, если я дерьмо, я всплыву на верх. Если ты в жопе потряешь, покажи ей всю грязь. Докажи ей ты жопу, покажи долбоёбам. Ой, би! Если я долил стресс, докажи ей ты жопу. Покажи ей ты жопу. Если ты в жопе потряешь, покажи ей всю грязь. Докажи ей ты жопу, покажи долбоёбам. Как выглядит блеск, если я долил стресс, докажи ей ты жопу. А, кальянчик пошел. Вот это уже другое дело. Это уже более то, что я жду. Да, да. Вот это прям хорошо. Вот я вот, ну вот. Да. Ну вот. Ну вот дождались. И все. Сейчас поспорим, по-моему, дальше и только лучше. Прям с утра. Угу. Не, биты у него все пиздатые, это тут я спорить не буду. Они вообще поголовно все у него биты охуенные, мне нравится очень. Прям с утра, прям с утра, а хочу закрыть глаза. Концентрат, концентрат, мне нуждались полоса. Яйпа, 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 не космонавт. Как дела, беда забав, все вчера, сегодня, завтра. Есть искра, есть ли жиг, и я сестра, вряд ли сиг. Где игра, лишь интриг, три типа, вся суперлига. Где жара, я замерз, с неба не хватает звезд. Конура, верный пес, че нашелся, так придес. Прям с ума, прям с ума, я схожу сюда с ума. Я схожу свой ум с чужим, мне не нужен лизергин. Плюс всегда, на трубе, плюс еще минус один. Просвещенных, как блядин, но в куревших хуета. Прям с утра, прям с утра.
концентрат, я хочу закрыть глаза. Концентрат, пиздеца, мне нужна лишь полоса. Я и два, я и два, я и два, не космонавт. Как дела, это спа, все вчера, сегодня. Какой-то брейк должен быть сейчас. Прям с утра, я хочу закрыть глаза. Концентрат, пиздеца, мне нужна лишь полоса. Я и два, я и два, я и два, не космонавт. Как дела, это спа, все вчера, сегодня. Раз Москва, два Москва, да мне грузом небеса, небеса, не в леса, не спасают от стресса, один с конца, все есть три, три, шесть, девять, шесть, три, три, шесть, три, шесть, три, шесть, три, шесть, три, шесть, три, три, раз Москва, два Москва, да мне грузом небеса, небеса, не в леса, не спасают от стресса, один с конца, все есть три, три, шесть, девять, шесть, три, шесть, три, шесть, три, шесть, три, шесть, написал, пожился три. Прям с утра, я хочу закрыть глаза. Концентрат, пиздеца, мне нужна лишь полоса. Я и два, я и два, я и два, не космонавт. Как дела, это спа, все вчера, сегодня, завтра. Прям с утра, я хочу закрыть глаза. Концентрат, пиздеца, мне нужна лишь полоса. Я и два, я и два, я и два, не космонавт. Как дела, это спа, все вчера, сегодня, завтра. Все вчера, сегодня, завтра. Все вчера, сегодня. Явно под чем-то было написано. О, есть у меня такое, да, тоже предположение. И учитывая всякие вот эти индийские гитары, это не, что-то не красочное может быть. Куда побежал? Вернись, вернись, альбом дописывать еще надо. Еще три трека, блядь, надо. Еще три трека, вернись. С закладкой пошел. Ну так. В тачку, в тачку все. Да, Яндекс.Такси вызвал. Да, адрес. Это. Да, у меня тоже такое было предположение небольшое, потому что трек идет сколько там, ну, 3 минуты или сколько он там. У тебя нет такого, что треки, как будто, которые уже длятся 3 минуты, это пиздец очень долго, невыносимо. Да потому или... что, потому что, потому что. Или это только на реакции у нас так? Мне вот интересно это. Это просто треки такие. Это мы не виноваты. Раньше все по 3 минут были. Да, 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 я и говорю. Да, ну, да. Нет, просто это не случилось ли из-за того, что все начали выпускать типа по 2 минуты, и этого достаточно. Да, да, типа поэтому. Они насыщенные, что... ну, они насыщенные все равно при этом. У Хаски много треков, которые длятся там типа не больше 2,5 минут. Масло черного тмина вообще, ну, да, минута, да, у него да, треки. Да, да, да. Все почти. Масло черного тмина, реально. У него там чуть ли не минуты даже, еле-еле на минуту хватает. И они прям наполненные, короче. Я вот и думаю, да. Типа, не сократятся ли все это до двух минут. Хотя нет. Но с другой стороны, видишь, когда растягивают, тоже как-то долго кажется. Да, 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 вот я и говорю, что 3 минуты уже кажется, как будто вечность прошла. Поэтому я и говорю то, что нужны вот эти альтернативные ходы, типа поменять что-то, типа какую-то, не знаю, как опять же пишет скрип музыку, но у некоторых групп бывают, там, не знаю, 5 вариантов одной песни, типа. Не, ну это уже это. Что? Это, ну это для концертов. Не-не-не, это прям в студии, пока альбом они пишут, у них там, ну, 5 вариантов трека, допустим, и они выбирают и самый хороший. А, не, это ладно, я просто думал, что они, типа, просто дропают 5 вариантов раз. Одного трека, и они потом на студии выбирают, либо от каждого что-то хорошее берут и в один все вкладывают. Вот на этот случай, наверное, хорошо, типа, иметь какие-то еще вариации. Блин, было бы прикольно, если бы это музыканты такие резко-то настолько запаривались, что на каждый трек у них по 5 версий, типа. И они по разным городам... И EP, типа, выпустили. Нет, они выпустили только одну какую-то версию, но они, короче, по концертам ездят и, короче, в разных городах миксуют, короче, разные треки.
Понял? Uh-huh. Разные версии. Но это делают, когда уже, ну, там, спустя 5 лет, допустим, да, когда уже ты должен уже... хит, ты обязан хит свой исполнить, а тебе уже вот здесь уже этот хит, ты ненавидишь его. И ты уже начинаешь миксовать, чтобы тебе самому интересно. Я имею в виду, что именно раз и много прям сделать одного трека, типа пасхалочки, понял? В разные, типа, тебе надо будет, получается, посмотреть потом концерт этот, чтобы посмотреть, как там исполнено. А это отличается от всего, и что... И что-нибудь, какие-то цифры еще вшивать туда, координаты. Нет, это только... Чтобы какой-то бункер там... Какие-то коллекционные штуки, группы. Ла-я. Интересная мысль. Интересная мысль. Так, следующий трек. «Маленькие ублюдки». Это про нас. Это подумал. Завтракай, надеваю худи. Не помню, что говорят твои подруги. Ни друзья, придурки, ни даже группи не смогут разукрасить, ну, черно-белый муви. Маленькие ублюдки в кармане куртки. Вырываю листы из книги, тушу окурки. И как мне выйти, не найдет Google, не знает Вики. Беру пластинку, включаю биги. Топлю обидки в стакане виски. Когда один, не выключаю телек. Не жалею денег, жалею время. У тебя оповещение, у меня записки. У тебя ко мне влечение, у меня лишь бизнес. Прошу вселенная, убереги нас от эмоций впереди нас. Злиться это не спортивно. Оправдываться не этично. Фанатики летят копаться вплично. Их интересует лишь корзина. С грязным бельем идет шлюха бойка. Такая вот реальная картина. Я не тот, с кем интересно проводить время. Я не тот, кто на тебя поставит только за красивые глаза, потом спустит на тормоза. Не тот, кто потянет только потому, что ты коза. И так было еще 10 лет назад, звездопад. Если это звезды, то я звездопад. Я знаю всю хуйню, че неизвестно вам. Я знаю всю хуйню, но разобраться самому в своей голове мне все сложнее. Я плыву по этой реке против течение. Ни траву не считаю развлечением. Ни твою тусу замешал. Все в одну кашу. Дежаву каждый день. Дежаву каждый день. Опять же, альбом, который надо слушать именно соло, в наушничках, и погрузиться полностью, без разговоров, двух тупых ебан. Ты про кого сейчас? А? Ты сейчас про кого? А я что-то говорил сейчас? А, показалось, значит. Это было любопытно. Интересно. Оригинально. Я все ждал какого-то такого разгончика, но он сначала тянул-тянул, а потом такой лайт, и потом нас просто этот... Усыпил. А-бу-бу-бу-бу, вот это. Пошло. А-бу-бу-бу. Вот это. Да. Так, скриптонит, фит, сестры. Я не знаю, кто такие сестры. Это... Сестры. Ну, явно не братья. О, это да. Отсылочки. Да. Локальные не надо такие говорить, потому что, блядь, подумали, ну, будут считать тебя ебланом. Ну и пускай. Нет, это с их этого лейбла? Да, это две девочки. Которые тоже выпускают песни. Чё, послушай. Они сразу одновременно поют или по очереди? Не знаю. Интересно.
останусь. Нет, не надо, не срывай цветы. Загадай, чтоб счастье просто так. Закат погаснет, потом проснешься, потом день будет. И хороший ход. Всегда подожгли все свои мечты. Нужен выдох, чтоб глушить страх. Кадр медленный, как во снах. Синтезирует странный звук, разливается, как синее море, сирены в море. Когда-нибудь, нет, не надо срывать цветы. Загадай, чтоб счастье просто так. Закрыть глаза и исчезнуть можно, исчезнуть можно. Летели телепесток на запад и на восток. Веди меня за собой, веди меня за собой. Летели телепесток на запад и на восток. Я сорвал лава, загрешил и завернул, черкнул жиги и взорвал, загрешил и шел уют рвала. Электромамамат, экзамены автомат, но есть где-то шаг и мат. Бэби мама, хочу знать стиль. Что-то вспомнил этих американцев, которые отреагируют. Не, ну это круто. Бэки, бомбезные. Да, очень как мы не помню, где мы об этом говорили, что очень сложно сделать, когда девушка и мужчина на эке, очень сложно сделать что-то не похожее на хуйту, как у Басты и у прочих там. Ну, это старые, старые пацанские эти. Да, не в обиду никому. Мы опять играем в любых вот это вот. Да, да. Разряды. Мы это говорили на треке, который не вышел в итоге у нас. А, ну. С аппаратурой у нас все в порядке. Ну и похуй. Да, короче, сложно сделать, а тут все сочетается прям вкусненько. И оно, ну, прям вкусненько, да. Да потому что не банально сделано, где припев поет девочка. Да. А остальное чистка такая, чисто вот такая. Все хорошо тут, да. Лети лепесток. Ночь дышит, yeah. Вспышки кают, и в небо на землю, что тебе мешает, а тихо. Я всего лишь искал билет, а ты здесь лучший билет. Я искал зажигалку, чтобы просто был свет. И стало огненно пламя, прям для сердец. Что их тронуло, торкнуло, бросило в пол. На лугах света мы хотели комфорт. Курить бамбук, тогда я лучше взор. Тут тонна пепла, но не выкурить стресс. А я попробовал без, больше не пробовал без. Пробовал без, больше не пробовал без. Пробовал без, больше не пробовал. Больше не пробовал без, пробовал кейс, 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 больше не пробовал без. Кайф, это кайф.
Вот это прям очень хорошо было. Mm-hmm. Вот этот звук такой, знаешь, гул. И мягкий голос, типа, ритмичный. Лети лепесток на запад, на восток. Конфетка, чисто. Чисто сладко. Сестры, да, молодцы, конечно. Девчата. Угу. Кэс, он там Кэс, про Кэс говорил, наверное, вот про этот трек. Наверное. А ты как называется? Кэс. А он пел про что? Пробовал Кэс, пробовал без. Пробовал Кэс, пробовал слезть. Ты хотел только чист, а то была смесь. Паник все здесь, полный пиздец. Скромность не есть, слабость на шею не сесть. Громкость на всю, радость есть, не здесь. Кругом дежавю, этих копий не счесть. Для колледж пиздеть, но мой колледж все те, кто на приколе весь день. Даже когда жизнь тебя футболит без денег. Скажи, когда выйти захочешь поле за стилем. И лучше не пробовать ничего, кроме растений. Кроме растений. Если холодильник в твоем доме разделен, тогда авторитет всех этих улиц растерян. Холи хотеть, все унесло время. Сузился терем, грустный листей. Пробовал кэш, больше не пробовал без. Пробовал без, пробовал слезть. Ты хотел только чисто, а то была смесь. Паниксы здесь, полный пиздец. Пробовал кэс, больше не пробовал без. Пробовал без, пробовал слезть. Ты хотел только чисто, а то была смесь. Паниксы здесь, полный пиздец. Я попробовал кэс, рифмовал бы то, какая жопа у экс. Продувал секс, не обрадовал next. Пока набирал текст, выпадал, как будто кто-то в голову влез. Любовь, ты роба на мест, давно нет в этой яме. Моя роба конверт, копаю в круглых лучах, текст роба помпез. Братва марширует свят, но бога там нет. Лишь возможно поесть, ты много кидаешь. Давай устроим контест, я не трогаю кекс. Это чистый нервоз, нам не нужен волшебник. А мы не в стране ОС. Мы на поле чудес, а робот без сердца. Пробовал кэс, больше не пробовал без. Пробовал без, пробовал слезть. Ты хотел только чисто, а там была смесь. Паниксы здесь, полный пиздец. Пробовал кэс, больше не пробовал без. Да. Пробовал без. Или просто уже хочется спать. Ты хотел только чисто, а там была смесь. Больше никак, когда я... Полный пиздец. Согласен. Ой. Да, раскумарило, конечно. Сцены, большие площадки, что, ну, наше охуенное отношение. Не просто там, блядь, типа, знаешь, здрасте, до свидания. И это. И почему-то ставил всегда маячком группу. И вот мы когда выступали, я эту хуйню, короче, просто понял, что я, в принципе, название другое. Ну, музыка, конечно, другая. Блядь, я не могу этот разговор вообще воспринимать. Ну, блядь, полный, блядь, бред, нахуй, сумасшедший. Я вообще не понимаю, что там происходит. Ну, чел просто, он либо обдутый, блядь, либо чё с ним, я не знаю, но... Ладно. Но вот это вот то, что я себе представлял, оно осталось. Ой, что-то у него там последнее что-то интересное. Да, он прям с первых нот сразу что-то интересное кажется. Обманчиво это или нет? Последние вот несколько там прям сразу с первых нот ты такой, а? Кто-то звучит. Олдскул. Я роняю запад. У, я роняю запад. Как будто бы Бруклин. Хуже тупых друзей, только их еще более тупые жены. Еще хуже прожженные, молодые заборы, на нем слово. Что будет, что бы еще не сказали, но 30 будет.
плачешь как сейчас. Мама говорила тебе надевать шапку на улице, надевать даже кровать, да. Жизнь иногда как математика, но для реальных цифр нужна практика. Где весело, там и шуточки, как паприка. Так что не любишь жару, не лезь. Нахуй математику, блин. Математичка дура, блин. Согласен. Чё если то, что тебе нравится лишь мастика, а ей нравится лишь мастерка? Поверь мне, мы таких кололи долей мастерства. Быстро прикололи с этих линий, быстро поняли, что ни на что, кроме растений. Лучше не тратить время, не прокашляешься, не напыришься. Без плюхов нет хорошо, без разгона не будет шоу. Без пылини не будет знаний, без головы не будет мани. Окей, не прокашляешься, не напыришься. Без плюхов нет хорошо. Чаще. С утра гуглю, пока не отключусь, чтобы не показывать, кому попало чувств. Чё бы ты ни заказывал, я тоже в теме, да. Я просто не привыкну, что еда на ночь глядя, это пиздецы с утра. Я просто не привыкну, что года, все больше всего лишь вот и прочая хуйта, да. Она летит мимо меня, в виде арматурины, в пачках сигарет и до ногтей до куриных косых. С тех времен, когда был босым, будто нихуя не изменилось, я все еще голодный. Да миллион даже в тенге меняет, и ряды кривыми были не перегородки, а носы. Все стало мягче, тоже. Люди на бумаге могут выцвести, так же, как чернила в твоей коже. Люди могут что-то, чего ты не можешь, это вторая серия, ты лишь второй сорт. Это значит, теперь ты не прожил больше эпизодов, чем в фильме. Больше эпизодов, чем в фильме. Больше эпизодов, чем в фильме. Большие эпизоды, чё-то фильмы. Большие эпизоды, чё-то фильмы. Большие эпизоды, чё-то фильмы. Большие эпизоды, чё-то фильмы. Не прикашляешься, не напьешься. Без плохого нет хорошо. Без разгона не будет шоу. Без пылини не будет знаний. Без головы не будет мани. Окей, не прикашляешься, не напьешься. Сочно. Сок, сок. Давай, фристайл. Давай. Не успел. Давай, давай. У тебя нет рассинхрона. А? У тебя рассинхрона нет хотя бы. В синем лесу очень хорошо. Очень хорошо. Можно под березой найти говно. Можно поебаться в брусничных кустах. Можно отрезать яйца кабану. Можно у енота в голове сделать дыру. В эту дыру его можно пихать. Это что? Не знаю. Что там звучит? Не знаю. Следующий трек скриптонит, скриптонит рэп. Скриптонит рэп. Все это на пасе, смешки и улыбки. Летят через дырявые бутылки, сплетаюсь в облаке. Нахуй твои отсылки, под смыслом. Не хочу висеть с видом кислым. Грязная вода, кричу ризлы. Хожу по сцене босиком, не хочу грилза. Но это все рэп, аванс, авантюры. Эпичные туры, хоридаренные шмотки. За детские ебальники на фотке. Грызны на лодке, видеомодели на хуе уродки. Видео в отеле, ведь ты в нем разгон с кем-то. Видимо, прицепом в толпе на вечеринке. Видимо, поэтому как толка теряешь стринги. Угораешь в косинке? Не, я больше люблю косяк. В одного уже отменильчик. Не, я нихуя не против, что ты больше в провинчи. Я даже не в системе, не клиент, не заказчик. Как чистый курильщик, рассказчик. Не все любят этот сорт, но он тащит. Не все готовы курить, и их плющит. Поплачет, то над смех. Все забыли, что их раздирал цвет глаз фанатека. Но это все рэп, служки и интрижки. Скандалы, раздутые с отрыжки. В соседней комнате чужие малышки. От видосов копать, татухи на лодыжке, на копчике. Слишком много всего. Да. Вникать надо. Блин, надо вникать. Я бы сказал по угару, что грязно звучит. Чтоб меня отпиздили в комментах. Да. Да нет, все. На улице. Все окей. Все вообще класс.
Не, не знаю, ну да, сложно слушать это. А сильно мы сейчас вот после склейки выделываемся? Не знаю. Ладно, хрен. Ну, если что, промежуток между этими склейками вот сейчас, между последним треком и вот этим. День. День, да. Ладно, так уж и быть, скажем. Лица, потом же. Концовка вчерашняя будет, так что. Да. Еще раз подписывайтесь на канал, дурочки, а мы продолжаем. Кончики, ебучие, выбирай концики. Ведущий фаерал ротс. Пожар у кого штука, увела их после затрыска. Шаг за окном, светит солнце. Натянул сторы, запекал ноги в сланцы. Только мы путем, да потом разберемся. Я знаю почему, я все время в прострации. Каждому свое, каждый по-своему брется. Я укапываю колодцы, кто-то только бьет, а ты еще плюется. Да, что еще им остается? Видят уже рэп, брать не делай, как фишки. У брата, у братишки, так его учить других чему-то новому. Но научить их способом напиздить. Да, если стиля нет, ничего не будет лишним. Если билет роял, ты такой воришка. Если у чуваков застой, можно услышать. Давай что-нибудь запишем, может даже были стишки. Играем, покурим сишки. Не, я бы скрутил косяк, все равно говорить не о чем. Подыметь, подышать воздухом по мелочи. Пиздный лоб, какой ты там пижилыч. Кто же ожидал, что ты все настолько не учил? Рэп заебал, да и рэп тут больше не трэп. Перевернут, лежит на обочине. Рэп как пришел, так отправлен по почте. Никому не нужен. Но это уже не рэп, это лишь их либидо. Громко орать, кажется, сам себе лимитом. Но это косяк, затирает все обиды. Угрожая виды, угрюмых высот. Да-да, это все рэп и ебаная либидо. Громко орать, кажется, сам себе лимитом. Но это косяк, затирает все обиды. Угрожая виды, угрюмых высот. Да, про рэп и либидо это правда. Что он там пел? Под конец более-менее. Ну, чуть-чуть. Да не, это гениально. А? Это гениально. Что? Вот это. Все, вот это все. Окей, ладно. Ну извините. Мы правда кого-то пизданулись. Массаж. Только светлый, нефильтрованный. Но сначала не самый образованный. Тебя учат, потом может ты нашкребешь что-то. Сменишь на новое, все порвано. На небо все еще свинцовое. И рано или поздно волосы выталкивает тестостерона. Все они здесь как русалки. Поют, чтобы поиметь тебя. Кури так, чтобы вывозить синхроны. Кури так, чтоб хватило дыхалки. Все эти халки лишь калки. Все эти миссии не такая лишь дал. Эрик умер. Эрик умер. У него... Эрик, задумался слишком, человечек. Ты издеваешься надо мной? Ты специально одно и то же положение занимаешь? О, смешно. Продолжаем. Сейчас. Технические неполадки скоро меня технически уничтожат. Не, трек кайфовый. Блин, я, ну, не знаю. Короче, да. Все испортило мне это. Я так кайфовал, сидел.
Я видел. Я так вот сидел, так вот. Тарарай-тай. Тарарай-тай. Уже хотел кальян затянуться. Чай налить тебе. Ой, голова скружилась сейчас. Здесь следует выгнать за выходные бумажным мечом музыку. Ты любишь музыку, сильно расширил зрачки Сузуку. Ты с ней сменил его полностью, а максимум, что получил, так дорого в полости. Какие новости? Какие новости? Какие новости? Какие новости? Там, где началась вторая смена, начались другие правила. Там, где начались дела, дружки лишь палим. Там, где начались слышки, какие новости? Чего? ФПС ушел у меня. Да, все. Да не, нормально. Ну, я бы даже просто бит слушал. Да, да, биты охуенные. Кроме прошлого. Хотя, наверное, отдельно, если бы он от голоса звучал нормально. Криптонит. Ой. Одно и то же. Да, видишь, переходик такой был, 601. Да, неплохо. А, круто. Вообще, охуеть. Как он это сделал? Не знаю. Тачка стоит, я иду пешком. Пачка лежит, я возьму бесплатно. Все, что мне нужно, и че наперед знать. Не хочу идти, и так складно. Иногда мне кажется, я все еще живу каким-то прошлым, пренебрегая своим настоящим. Глаза видали грязь больше, чем подошва. Столько не показывает ящик. Кажется, не обойти все лужи, сколько б не учили. С наживками, все в одно лицо. Мы вроде бы пытались стать другими. Да, ошибками-то все равно отцо. Странно, что мы устроены так, что не можем помочь друг другу, даже если одинаковые, даже если чувствуем одно и то же. Мы устроены так, что не можем помочь друг другу, наверное, даже если одинаковые, даже если чувствуем. Как, которые можно назвать что? Добрым, такое доброе звучание. А, доброе? Дружелюбная. Ну да, возможно. Ну и тоже. Мы удвоили ставки и пошлины. Взяли суды все эмоции. Мы усвоили уроки, что были посланы. Да как всегда, не все и не всеми. Порции и аппетиты, все вырастает. Да не их хозяева и не их извилины. И если б меньше вы извили, быть может быть услышали. Те, кто к вам больше всего ближе был. Я очень не хочу быть другим, но вселенная не любит меня, значит просто любит. Я вовремя плачу за грехи, карма знает это, так что значит просто шутит. Это громко сказано, что мы такие, только потому что жизнь такая. Тебе дали утро, это солнце как неон вдоль реки. Я думаю, что это стоит дороже салюта. Тачка стоит, я иду пешком. Пачка лежит, я возьму без... Мне опять все зашумело. Включи еще раз. Все, что мне нужно, идти наперед, знать. Шумит все. Перезайди в трансляцию, сделай мне. Включи. Мне нужно идти наперед, знать не хочу, все и так складно. Тачка стоит, я иду пешком. Пачка лежит, я возьму бесплатно. Все, что мне нужно, еще наперед, знать не хочу, все и так складно. Мы устроены так, что не можем помочь друг другу, даже
Завершение альбома. Чупинкос красава. Просто хотел сказать. Просто похвалил, да. Да, она хорошо закончилась. А, да. Послушали мы свистки и бумажки. А, опять же. Все, я в принципе все сказал. В течение альбома. Light альбом такой. Что? Ну, говорю, light альбом, один трек. Расслабленный. Вытекает из другого, да, расслабленный такой, чисто получил. Такой, да. Удовольствие полежать, получил. Так, вот так. Нормально. Вы рэпер? Да, да. Это... Да, ну я не знаю, что сказать. Не убавить. Блейман. Белман. Белмейн. Прям с утра. Да. Лепесток. Лепесток. Кэс, и не прокашляйся. Не, Кэс, не прокашляешь, да, лепесток, и прямо с утра, и Белмейн. Вот это прям лайк жирный. Да. Вот такой. Да, вот такой. Ну, да. Я, конечно, общем, себе да. Не добавлю. Но... Что? Я говорю, я себе, конечно, не добавлю их. Ну, я как обычно, типа. Тварь, да. Да, вы пишите тоже, что думаете. Про нас, может быть, что-то хотите сказать. Про наш музыкальный вкус, про наши умственные способности. Мировоззрение. Про нашу религию, блядь, или что. Да. Можете любые темы. Главное, чтобы ваша совесть вам ночью не пришла и не шептала на ухо. Зачем ты сказал ребятам же за Мари такие? Зачем ты написал такой комментарий плохой? Лучше удали. Иди удали. Встань. Пошел, удалил плохой комментарий. Написал что-нибудь приятное. Спокойной ночи, например. Или, не знаю, доброе утро пожелал. Не знаю, подписался на социальные сети, на канал подписался. Поставил колокольчик. Лайк поставил. Ну, типа, ну, камон. Ну, сделал вот хорошее, сделал. Ну, чуваки, ну, не доросли, допустим. Ну, тупые, ну, ладно. Но я сделал все правильно. Самое главное, чтоб совесть тебе вот так вот сказала. Чтоб ты лежал такой и думал, я все сделал правильно. Будьте здоровы, друзья. Ваше здоровье, мои золотые. Всем спасибо. Пока.